Всем привет! Сегодня у меня радостное событие. Наконец-то приехала релюшка для системы охлаждения, то есть для запуска насоса. И вот каким образом выглядит оригинал. Это Siemens. Как мне сказали, заказывали напрямую из Германии. В Китае такой... Из Китая прислали, вроде как аналогично, но она не подошла по габаритам. И вот то, что приехало. Как говорится, муха не сидела. Сейчас я аккуратно построю ее. Сравниваем. Так. Оригинал и то, что приехало. Оригинал и запчасть. Так, задняя сторона. Вот тут, видимо, крышка выломана. Оригинал. То, что приехало. И маркировка. У нового 2Е, а у оригинала 0Е. Что это означает, я понятия не имею. То есть чисто физические отличия смотрю. Трюш, ты не болеешь? Так, все, пошел за электриком и будем ставить. Ты напугал, бля? Думаешь, будет работать? Надеюсь. Так, ну все, пошел за электриком и процесс установки тоже. Сниму, покажу, где это стоит, раз это прямо затронуло меня довольно жестко. Ну и, в принципе, вы, как зрители, тоже прикоснулись к этому что-то. Я подсветить даже могу. О. А я надо же напряжение вырубить, да? Ну, естественно. Забыл? Нет. Все нормально. У нас вот здесь вот какашки образовались. Какашки? Ну, вроде держится. Вот эти тоже гореть начали. Вот. Ладно, меня... все, давай вырубаем напряжение, я ставлю пробежку. Так. А вот куда? Он выше, наверное, нет? Пример 2 или сюда. Ну, или сюда подцепим. И видно как? Да, нормально. Меня спрашивают, почему нельзя было что-нибудь тут схимичить, подобрать, подключить, чтобы работало? Можно, но здесь просто контактная система уже сделана. То есть переделывать все провода, переделывать все это самое. И она на один рейке делается. Есть такие релюшки, но не на один рейке. Как ее закрепить. А здесь на один рейке все стабильно. То есть все вот на место стало. И теперь она будет сосать? Вот насчет сосать не знаю. Должна, блин.
Нам же приносили это реле, оно вкручивается вот в это реле. Ага. Вот сюда вот так. У него три таких проводочка. Как бы последовательно ставится с спускателем. Ну, вот тут верхний мешается, да? А у нас ее никак тут не поставишь. Дизайн не позволяет, да? Нет. Это отдельное реле, которое крепится на один рейку. Пришел Новый год, да? Да, пришел. Ага. Сейчас момент истины. Ну, понятно. Будет сосать или нет, не знаю. Да. Если не будет, молоточком его подправить, да, еще можно. Нет, тогда мне надо лейку просто делать. Только аккуратно, да. Планка видите, а болты какие-то. Они все открутились. Они были откручены. А этот проводок сюда. Наоборот. Что, пробуем? Можно пробовать. Проверяй. Дунет, нет? Димон сел. Все это идет. Вот, закачал. Все сосает. Все окей? Ага. Нет, отлично. Спасибо, если что, заходи. Ну, если что, да. Ну, все. Все нормально.